Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию. Мечтала о семье, а Руденко ее бросил. Как выглядит 40-летняя Татьяна Арнгольц, которая сейчас счастлива во втором браке? Актриса Татьяна Арнгольц еще в юности понимала ценность семьи, а вот ее первое серьезное чувство стало лишь мимолетным. Татьяна Арнгольц – одна из самых красивых актрис отечественного кино, знаменитость еще в юности, понимала ценность семьи и всегда мечтала о крепком союзе, детях и материнстве. Однако первое серьезное увлечение красавицы-блондинки стало лишь мимолетным чувством. Актриса была влюблена в Анатолия Руденко, который также известный актер. Он слыл большим ценителем женской красоты. Молодой человек менял подружек, как перчатки, и не собирался даже делать им долгожданное предложение руки и сердца. Не дождалась слов о любви от Руденко и Татьяны Арнгольц. Поняв, что их роман может перетечь во что-то более серьезное, чем просто интрижка, актер сделал все для того, чтобы Татьяна сама решила с ним разойтись. Он не стал скрывать, что попросту не был готов к браку и детям. Зато Татьяна мечтала о семье и материнстве. Замуж Татьяна Арнгольц вышла за Ивана Житкова, который является также известным и популярным актером. Она ему родила дочь Марию, но этот брак не продлился долго. Правда, и сама Татьяна, став снова свободной, встречалась с известным актером Григорием Антипенко. Далее она познакомилась со звездой сериала «Кухня» с Марком Богатыревым, который стал вторым ее супругом. Актриса, похоже, все-таки нашла свое женское счастье. У пары подрастает общий сын, которого зовут Данила. Да и выглядит Татьяна весьма-весьма молодо и замечательно. Будучи яркой блондинкой, актриса вполне может дать фору более юным красоткам отечественного кино. Такое чувство, что жена Марка Богатырева и вовсе не стареет. Красота красотой, а счастье-то свое не сразу нашла. Грезила о семье, а Руденко бросил. Могла бы такая пара у них с Толей получиться, а детишки бы какие были красивые. Светлая, хорошенькая такая она. С мужем ей повезло. Сразу видно влюбленную женщину. Да и счастье оно красит, пишут фолловеры под фотографиями Татьяны в соцсетях. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А мне, в свою очередь, хочется пожелать Татьяне и Марку Богатыреву долгих лет совместной жизни, а также успехов в творчестве, новых интересных проектов и главных ролей. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.